Всем привет, меня зовут Никита, я автор блога 10kg.ru. На моем блоге много информации о заработке в интернете. В этом видео я расскажу о изменениях, которые произошли на форуме Форекс Деньги, форум, на котором можно зарабатывать деньги, зарабатывать бонусы, которые в дальнейшем можно использовать для торговли на Форексе. Более подробно я рассказывал об этом форуме в своем предыдущем видео, поэтому обязательно посмотрите, если вас интересует заработок в интернете. В этом видео я расскажу о изменениях, вот как раз таки, которые произошли с момента записи моего последнего видео. Раньше, когда вы заходите в какой-то раздел, в какую-то тему на форуме, на мой взгляд, все отображалось довольно удобно и доступно. То есть, например, вот тема моего ПАМ-счета на этом форуме. То есть, когда вы переходите в раздел, у вас раньше сразу отображалась закрепленная запись, в которой написаны все условия, все риски, приложены все графики, какие-то скриншоты. То есть, это было довольно удобно. Ну и после этого уже начинаются непосредственно сообщения, которые оставляют те или иные пользователи на этом форуме. Сообщения шли в порядковом номере, то есть от первого к последнему, то есть вы видите последнее сообщение, прочитали его и можете на него сразу ответить. Нововведения, которые произошли на форуме, то есть они теперь касаются вот именно отображения вот этих вот тем, заголовков, закрепленных сообщений, то есть закрепленного сообщения по сути теперь нету. Когда вы переходите в какой-то раздел, в какую-то тему, вместо, скажем так, искомой информации, в большинстве случаев теперь у вас будут отображаться топ-5 сообщений. То есть это сообщения, которые в той или иной теме набрали наибольшее количество лайков. То есть теперь форум считает, что раз сообщение набрало там какое-то больше всего лайков, оно должно быть на первом месте. То есть вот это сообщение или сообщение вообще другого пользователя в моей теме про ПАМ-счет почему-то расценивается важнее, чем информация о самом именно ПАМ-счету, о его условиях и, в общем-то, о торговой стратегии. То есть теперь при переходе в какую-то тему у вас отображаются топ-5 сообщений, которые получили больше всего лайков. Далее идут сообщения, которые вот оставляют пользователи на форуме, но эти сообщения, в отличие от классического вида темы, идут уже в обратном порядке. То есть самое первое сообщение – это, наоборот, самое последнее сообщение. И то есть теперь вы историю будете читать задом наперед. То есть если, например, кто-то задал вам вопрос, да, в предыдущем сообщении, то сначала вы увидите ответ на этот вопрос, а потом прочитаете сам вопрос. Ну, грубо говоря, то есть, на мой взгляд, сделано это неудобно, то есть это немножечко будет дезориентировать. Тем не менее, до сих пор сохраняется кнопка «Перейти в классический вид темы», то есть нажав на эту ссылку, у вас уже тема начинает отображаться так, как это было раньше. Не знаю, уберут они в дальнейшем эту ссылку, то есть именно топовый и классический вид темы, но хотелось бы, чтобы была возможность вот именно адекватно воспринимать информацию на этом форуме, потому что здесь можно не только там про ПАМ-счета информацию собирать, но и там информацию изучать по каким-то торговым стратегиям, изучать информацию по риск-менеджменту, то есть, ну и куча другой полезной информации, которую, конечно, хотелось бы получать структурированно, а не так в разнобой, как это сделали вот именно в этих нововведениях. В принципе, вот хотел рассказать именно про это, про топовый классический вид темы. Если вы заходите на форум, если вас что-то там пугает, то есть поищите вот именно ссылку в начале раздела, в начале темы, то есть и перейдите в классический вид, так будет намного удобнее и проще. По поводу этого форума, то есть я вам уже говорил, что если вас интересует заработок в интернете, обязательно посмотрите предыдущее видео, ссылка на него будет под этим видео в описании. По поводу форума, то есть форум платит за сообщение, то есть вы пишете сообщение, то есть, вот, грубо говоря, я написал сообщение, мне за это сообщение дали бонусную сумму. Если этому сообщению вот еще ставят лайки, за каждый лайк дополнительно вы тоже получаете бонусную сумму. Все эти деньги, которые вы получаете, скапливаете на форуме, они переходят на ваш торговый счет, который вы прикрепляете к форуму. То есть раз в месяц эти деньги переводят, и вы на эти деньги можете торговать на Форексе. Очень удобно, очень интересно. То есть, в принципе, на моем канале на YouTube будет много похожих видео, то есть я много буду рассказывать про торговлю, я буду много рассказывать про этот форум, про другие виды заработка. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки к видео, это будет, скажем так, стимулом для записи
новых видео. Помимо этого, в своих следующих видео я обязательно расскажу более подробно про свой PAM-счет. То есть, возможно, кто-то из инвесторов им заинтересуется. Возможно, кто-то захочет вложить в мой PAM-счет свои средства. По-хорошему, не по-хорошему, а так как есть, за 2017 год мой PAM-счет сделал результат 102%. То есть, за год, даже там, в принципе, не год, а меньше года, я начал торговать с 20 марта. То есть, в принципе, за там 9 месяцев доходность моего PAM-счета составляет 102%. То есть и в дальнейшем на канале будут видео про инвестирование, про PAM-счета, про торговлю, про обучение. И сейчас я еще, кстати, начал собирать информацию про криптовалюту от Павла Дурова, который там будет работать на базе Телеграма, грубо говоря. Криптовалюта под названием Грамм. То есть в ближайшее время либо на своем блоге, либо же на своем YouTube-канале я обязательно опубликую эту полезную информацию. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, посещайте мой блог, пишите свои комментарии, ставьте лайки. На этом, в принципе, у меня все. Всем спасибо за внимание, всем хороших заработков, всем пока!